Верус был амбициозным студентом в тайных залах Маны, и его магические силы быстро росли. Боязливым и бесталанным старым мастерам нечему было научить его. Верус втайне изучил запретные искусства, избавился от учителей и стал единственным обладателем маны этого острова. Из глубин к нему воззвал Кдрол, кровавый бог, и предложил Верусу могущество, которое от него скрывали учителя. Верус сопротивлялся, но и демон не отступал.
Thank you.
Новости о мане, оказавшейся в руках Веруса, достигли заморских стран, заинтересовав всех, от царей до пройдох. Они осадили Веруса, и после долгих лет кровопролития его поражение казалось неизбежным. Голос снова воззвал к нему, и на этот раз Верус принял условия демона. Чудовищное могущество, чудовищная цена. Дарк Дролла помог Верусу сокрушить врагов и изгнать их из своего дома. Неспособный утолить свою жажду возмездия, он многие века преследовал своих врагов по всем восточным королевствам.
кровь врагов сделала Веруса еще могущественнее. Мертвецы пополняли ряды его армий. Дарк Дролла обращал его последователей в вампиров, чтобы даже после смерти они продолжали верно служить ему. С каждым днем Верус становился все ближе к тому, чтобы стать реинкарнацией кровавого бога. Демон ждал. Близилось время исполнения условий договора.
Смотрители опасны. В каждом их шаре заключены сотни, даже тысячи событий из глубин истории. Они способны искажать зрение, изменяя то, как остальные видят мир. Подозреваю, что Дестра использовала одного из них. Рекомендую отвернуться. Эй, ты что? Фу! Да, о великий, пришло время предателю Верусу явиться к тебе. Эрлюмон! Дестра хочет призвать Веруса к Кадроллу, чтобы исполнить условия договора и занять его тело. Кадролл тогда вырвется из заточения, и уже ничто не сможет его сдержать. Ты говорил, Дестра была верной последовательницей Веруса. Почему она его предала? Ради власти, славы. Почти наверняка угасание Веруса оказалось ей не по душе. Возможно, она нашла себе хозяина посильнее. И все-таки... Что? Смотритель. Я уверен, что его задачей было искажать реальность. Я чувствовал это в некотором роде. И взгляд его был сосредоточен на Кадролле. Другими словами, Дестра что-то от него скрывает. И где они теперь? На западе, в маноразломах, где темница демона. Должно быть, Дестра скрыла проход с помощью магии Смотрителя. Значит, он снова раскрыт. Вперед!